Лев Наумович Свердлин – один из выдающихся мастеров театра и кино. Вспомним лучшие из сыгранных им ролей. Это поможет нам понять, в чем творческая сила Свердлина. На афише театра имени Владимира Маяковского пьеса Алешина «Директор». Трудные годы войны. Я вас слушаю. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Что это вы так поздно засиживаетесь? А я хотела сегодня закончить эту техническую записку по скоростным режимам нашего автомобиля, чтобы показать вам. А, это очень хорошо. А почему именно сегодня? Так просто. У меня сегодня день рождения. Поздравляю. Поздравляю. Кстати, как вам работает с Вишняковым?